До Джигана наконец-то дошло. Или мне кажется. Рэпер Джиган, кстати, украинец, который ни слова не сказал о войне и продолжал тусить весь год в России и на островах. Он засветился в государственном учреждении в Хайфе. Пока его блогерша-жена делится с подписчиками откровенными фотографиями в купальнике с курортов Мертвого моря, тогда с вами как сделать? Денис решает вопросики. В Израиле и правда есть ускоренное получение гражданства для тех людей, у кого в родовом древе есть еврейские корни. А Денис, напомню, Вайнштейн. Обдурить всех решил. Лучше бы сказал хоть что-то в сторону Путина, когда на его Одессу бомбы летели.